Приветик, ребята! Сегодня я для вас наконец-то снимаю видео, которое вы очень-очень часто запрашивали. Единственная причина, по которой я раньше его не брала снимать, заключается в том, что мне эта тема казалась супер избитой. Но я все-таки нашла способ сделать ее более интересной, на мой взгляд. Ну, я надеюсь, что интересной. Я решила не просто показать макияж Кайли, но также добавить туда всякие советы и лайфхаки, которые она использует. И, конечно, я не говорю, что она их сама придумала, но она ими пользуется однозначно. Я надеюсь, что кому-то из вас они тоже пригодятся. Так что давайте, собственно, начнем. Итак, первый лайфхак Кайли Дженнер – это постоянно пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы защитить кожу от преждевременного старения. Самое удивительное то, что Кайли наносит его даже перед сном. Причем наносит она его именно при помощи кисточки, поскольку Кайли старается не трогать лицо руками слишком часто, ведь на руках очень много грязи и микробов, которые способствуют появлению прыщей и других вяг. Вторая фишка Кайли Дженнер – это наносить люминайзер перед тональной основой. Это придает коже слегка заметное и вполне естественное сияние. Тональную основу Кайли предпочитает наносить мокрым бьюти-блендером, потому что он помогает обеспечить гладкое и легкое покрытие. Как вы и так знаете, Кайли очень любит контуринг, в принципе тут она ничего особенного не делает, за исключением одного шага. Она очень любит наносить консилер даже на губы. Это выравнивает тон губ и помогает с тем, чтобы цвет помады смотрелся точно так же, как и на упаковке. К тому же это скрывает натуральную форму ее губ и позволяет ей с легкостью рисовать на них, тем самым делая их зрительно больше. Кстати, очень удивительный факт. В одном из своих интервью Кайли призналась, что наносит тяжелый макияж исключительно для селфи, мероприятий и фотосъемок. Ну а в повседневной жизни она предпочитает минимум макияжа. Также Кайли любит поверх оранжевого румяна наносить румяна розового цвета. По ее словам, это создает идеальный оттенок. Я решила пропустить момент, где я наношу тени, потому что ничего нового тут для нас нет. Единственное, что я могу отметить, что Кайли в основном отдает предпочтение коричневым и оранжевым оттенкам, но и с радостью использует и все остальные цвета радуги. Вот что-что, а экспериментировать с цветами она очень любит. Прежде чем начать заполнять брови, Кайли подчеркивает их консилером по форме при помощи вот такой вот квадратной кисточки. Начало бровей она обводит в форме квадрата, и затем все пробелы, которые остались внутри консилера, она заполняет при помощи теней для бровей. Затем при помощи бьюти-блендера она растушевывает продукт и создает очень плавный переход. Кайли всегда пользуется карандашом для губ, ей очень нравится выходить за естественный контур губ, чтобы делать их зрительно больше, иногда она даже использует карандаш в качестве помады. Чтобы подчеркнуть свой взгляд, Кайли всегда использует накладные ресницы, ее любимые от компании Lily Lashes в стиле Майами. Также Кайли Дженнер очень любит смешивать помады, чтобы получать новые оттенки. Чтобы получить этот светло-коричневый оттенок, который так часто у нее встречается на губах, я смешала помаду Dolce K от самой Кайли и Salem от Lime Crime. Получилось очень круто, на мой взгляд. Следующий лайфхак, на мой взгляд, очень крутой. Кайли рассказала, что любит использовать вместо колготок спрей от Sally Hansen Airbrush Legs. Он придает ногам легкий блеск и загар, такого же эффекта можно достичь и с этим кремом от Loving Tan. Чтобы достичь такого крутого гламурного эффекта мокрых век, как у Кайли Дженнер на этой фотографии, вам понадобится всего лишь гигиеническая помада. Можно сразу нанести ее на веки или использовать кисточку, как вам удобно. Этот лайфхак лучше всего использовать только для фотографий, поскольку в реальной жизни помада на глазах долго не продержится и к тому же она очень липкая, что создает неприятное ощущение на веках. На этом все, ребята, я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте палец вверх, в комментариях обязательно напишите лайфхаки, какой знаменитости вы бы хотели увидеть в следующий раз. Так что, да, если вам понравился такой формат. И спасибо вам огромное за просмотр. Мне пришла посылочка. Та-дам! Это мои кроссовки. Вы представляете, у меня реально нет кроссовок. Я весь день хожу в обувях, и многие из вас меня спрашивают, почему ты все время в обувях? Тебе не жарко? Во-первых, нет, мне не жарко, а во-вторых, у меня просто нет другой обуви на плоской подошве. Но теперь есть.